Генеральный партнер проекта – дискаунтер цветов «Азалия». Актуальные достижения современной флористики, отличные цены, профессиональная работа, хорошая скорость доставки цветов по Уссурийску. Партнер проекта – компания «Дареный конь». Когда уже все есть, подари впечатление. Партнер проекта – компания «Нива Хлеб». Шикарные свадебные и праздничные торты на заказ. При заказе торта от 5 килограммов – каравай в подарок. Партнер проекта – ночной клуб FG Garage. Индивидуальный и профессиональный подход к организации и проведению свадеб. Девичники и мальчишники. FG Garage. Территория свободы. Девчонки, по машинам! Вот так девчонки помчались навстречу своему выпускному. Школа невесты – это такая супершкола. Здесь очень много классных видеографов, ведущих, фотографов, визажистов. Море позитива, красивых цветочков и оформителей. Это все только у нас. Это точно, но обо всем по порядку. Итак, сегодня. Как правильно кататься, чтобы все гости доехали до банкета в ресторане? Секреты постсвадебной съемки. Что происходит, когда приглашенные расходятся по домам? Танцы-шманцы. Как наступать, чтобы не наступить на ногу партнеру? Квартирный вопрос. Каким образом получить деньги на расширение жилплощади? Шоу must go on. Чем удивить гостей, кроме баяна и конкурсов с переодеванием? И, конечно, раздача диплома, слонов и подарков. Не пропустите! Среди всей этой разухабистой феерии специалисты не забывали рассказать невестам и полезную информацию. Так девчонки узнали, что хорошо бы заранее объехать маршрут будущего свадебного катания. Лучше выбирать для основной фотосессии одно место, а не останавливаться у каждого столба. И важно не забыть про закуску для гостей. А то практика показывает, что некоторые в ресторан приезжают уже далеко не в трезвом уме. Очень понравилось. Вот прям не зря проведены воскресенье. 4, сегодня 4. Подготовка была дольше, чем мы продефилировали в платьях. Мало, конечно. До этого я думала, что видео не важно. А сейчас, как бы, вот когда был фильм про итальянскую семью, я сидела так. Очень понравилось. Мы решили сделать регистрацию на футбольном поле. Это просто мы не будем делать арку, а украсим футбольные ворота. И я думаю, вообще всем гостям будет весело. Мы решили каравай кусать, а не ломать. Хотя жених сначала хотел именно его ломать. Светлана и Александр, они очень много интересного рассказали. Вот лично я уже примерно представляю, как моя свадьба будет. Немного о лимузинах. Все же, видя, как они рассекают по городу, задавались вопросом, сколько это стоит. Компания Lima Style делится информацией. Лимузин на прокат можно брать минимум на 2 часа. Час – 2000 рублей. Если ваша прогулка более 5 часов, то час будет стоить 1500. За отдельную плату лимузин можно украсить и даже заказать красную ковровую дорожку. Так шикарно можно встретить, к примеру, супругу из роддома или важных гостей из аэропорта. В общем, фантазию включайте, а лимузин будет подан в срок. Конечно, так у молодоженов вряд ли получится, но к этому хореографы и не стремятся. Естественно, хореограф-постановщик, он поможет, подскажет, что он сразу может увидеть, там в какой-то кульминационный момент сможет ли жених поднять невесту и прокружить, или не всегда бывает так, может быть, невеста будет кружить жениха. Для танца, оказывается, очень важны обувь, платье и прическа невесты. А жених? Да! Сабина Ибраимова подчеркивает, станцевать может любой, сколько бы медведь не топтался у него на ушах. Так что, девчонки, не стесняемся, зовем женихов на мастер-класс. Правую ручку. Красиво, поворачивается под рукой. Правая рука под лопаточкой, красиво, под лопаточкой. Правую ногу нашли и левую ногу нашли. Под правой ногой мы всегда шагаем вперед.
напоследок, обязательно нужно съездить на место, где будете танцевать, так сказать, притоптаться к сцене. Видеографы Александр и Наталья Пономаревы немного расширили взгляд на Love Story. Нравится, к примеру, какой-нибудь клип, можно переснять с вами в главных ролях. Или, например, декорациями сделать не родные пенаты, а какую-нибудь недалекую восточную страну. После свадьбы можно снять автопати молодоженов. Теперь о шоу. Организаторы проекта «Школа невест» только на перечисление всех возможных элементов свадебной программы, от танцев до пиротехники, потратили не меньше 15 минут. Просмотр их отнял бы несколько дней. Можно, конечно, тут сэкономить и позвать... Чуть Наташа, потому что она поет классно, в караоке набирает 100 баллов или 99, да? Немного сурьеза. Наталья Середа рассказала невестам о том, как получить поддержку государства на квартиру. Молодым семьям предоставляется поддержка, социальная выплата на приобретение жилья. Размер социальной выплаты зависит от состава семьи. Ну, берем образец, значит, если семья, он и она, то есть без детей, то социальная выплата предоставляется порядка 600 тысяч. Если папа, мама и ребенок, то порядка 900 тысяч. Но это в будущем. А прямо не выходя из зала, невесты получили дипломы и подарки от партнеров школы. Подарочный сертификат от Лимонтада. Прошу вас. Спасибо огромное всем, кто был вместе с нами все эти дни. Спасибо нашим невестам. Спасибо нашим партнерам. Мы первые. И мы это сделали. Уссурийская школа невест 2014. Генеральный партнер проекта – дискаунтер цветов «Азалия». Актуальные достижения современной флористики, отличные цены, профессиональная работа, хорошая скорость доставки цветов по Уссурийску. Партнер проекта – компания «Дареный конь». Когда уже все есть, подари впечатление. Партнер проекта – компания «Нива Хлеб». Шикарные свадебные и праздничные торты на заказ. При заказе торта от 5 килограммов – каравай в подарок. Партнер проекта – ночной клуб FG Garage. Индивидуальный и профессиональный подход к организации и проведению свадеб. Девичники и мальчишники. FG Garage. Территория свободы.